Понятно, что сердце и вино – понятия несовместимы. Однако существует один рецепт народной медицины, от которого сердце станет только здоровее. И вот как приготовить сердечное вино. В кастрюлю добавьте 300 грамм нарезанной зелени петрушки. Затем добавьте 1 столовую ложку сушеной ромашки. И залейте все это бутылкой 0,75 литра белого сухого вина. Поставьте на водяную баню примерно на 1 час. Соблюдайте осторожность, так как средство будет сильно пениться. Добавьте 50 грамм меда и тщательно размешайте его до полного растворения. Затем остудите, процедите, перелейте в темную бутылку. Принимайте по 30 мл 2 раза в день за полчаса до еды. Вино благотворно действует на сосуды, слегка расслабляет сердечную мышцу, устраняет спазмы, поэтому и голова становится ясной. Поделись этим полезным рецептом со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.